Всем привет! Сегодня я буду шить шелковое платье. Опять. Так, но ткань у меня, как и в предыдущем случае вот с этим платьем, уже в кусочках. Это означает, что из этих кусочков уже было платье. Что же с ним такое произошло? Почему оно мне не нравилось? У меня было до этого первое шелковое платье, обалденнейшее, мне сшила его подруга. Но я его так заносила, ну просто до дыр. Я купила вот этот купонный шелк, это карта, прекрасная, красивая, обалденная, просто вообще. Попросила подругу сшить мне что-то подобное, но только, почему подобное, да? Но только, чтобы было побольше ткани. Но она мне не пошила, как я хотела. Я его несколько раз надела и как-то вот чувствовала, что что-то в нем не то. И в какой-то момент я посмотрела на себя в зеркало и вспомнила вот эту фотографию. Поэтому я решила все это разобрать и заново собрать. Так, что же я такое планирую? Фасон, как всегда, незаурядный, очень простой и элегантный. Но я хочу не просто платье вот так вот футляр, да? Я хочу еще умудриться здесь где-то выкроить кусочек, два кусочка для рукавов. Не знаю, получится или нет. Но благо генетика кроя дает возможность просто оставлять там на швы по сантиметру. И в принципе я даже могу влезть в это дело. Я это называю игра в тетрис. По-моему, я влажу с рукавом. Платье готово. Сейчас я немножко о нем расскажу. Вообще, я его шила по лекалам. Вот одно лекало. Что это, что это. Но здесь я немножко дала по пол сантиметра по длине прибавку. Прибавки по ширинам остались такие же, по одному сантиметру. Единственное, что здесь глубина проймы 3К, чтобы вточать рукав. Кстати, это мой первый вточной рукав из шелка. Какой первый из шелка? Первый вообще по правилам, как надо, как правильно. Горловину я также, как и здесь, сделала, ну, в общем, как умею. Внутренняя кулиска, низ я как платье, так и рукавчиков сделала потайным швом очень аккуратненько, и это почти незаметно. Ну и все так же, как и здесь, выточки я не застрачивала, а обратила их в защипы. Значит, чем можно похвастаться? Тем, что, во-первых, мне удалось из ткани, буквально там остались обрезки, сделать рукав. Во-вторых, смотрите, мне так немножко как бы горжусь собой, я совместила рисунок на плечиках здесь и здесь. По полочке и по спинке тоже такой орнамент, он переходит так в круговую. Единственное, что долевая низ здесь получается не вот так идет, а вот так, горизонтально. И вы знаете, я рада тому, что я перевернула ткань, потому что вот здесь вот эти все надписи, они вытягивают фигуру и делают ее стройнее в этом платье. И что вообще можно про это платье сказать? Оно вообще незаметное. Про него может говорить только вот одна фраза.
очень знаменитая. Если никто не запомнил, в чем вы были одеты, значит, вы были одеты хорошо. Так что я вас сейчас надену, и вы посмотрите, так ли это.